you're talking like you think you're royalty. Принцесса по имени Цепа была всеобщей любимицей, и ее, как королевскую особу, ждала безмятежное будущее. Но она случайно в лесу встретила короля зверей, оборотня, по имени Куймулан, и из-за нестабильности дарамной гравитации случайно проглотила его бусину, поэтому он ее выкрал и забрал в свое королевство. По легенде, он знает, что вернуть бусину можно только через поцелуй истинной любви, поэтому и решил жениться на ней. Но Цепа, когда его увидела, то ужаснулась, так как ночью его внешность больше похожа на звериную, а днем он выглядит нормально, но об этом факте он умолчал, так как решил днем притвориться ее охранником, чтобы узнать, как ее завоевать. И в охранника красавчика она в конце концов влюбляется, но когда он оборотень, она его ненавидит.